ветераны получить штаба 4. Так, сейчас это... Так. Вызывает 4 пехотинцев и 2 штурмовиков из штаба. Каждые 60 секунд. Открывается при уровне штаба 4. Легендарная. У защитников исключительно большие головы. Здоровье увеличено на 5%. Круто. Ну ладно. Хоть что-то. И то ладно. Так, а почему все еще восклицательный знак висит? Ветераны. Ветеранов никаких нет. Назад. Ветераны. Вы... Аренда. Огнеметчик. Запретная зона. Только нанятые бойцы. Понятно это все. А, ладно. Назад. Назад. Сброс базы. Ветераны. Проверка базы. Настроить карту. А, вот еще. О, команда. Пришло время для больших пушек. Пришло время для больших пушек. Вызови отряд наемников, который станет последней линией обороны твоего штаба. Ух, большие пушки. Отряд наемников. Круто.
я там висел. Восклицательный знак. Это легендарное. А это обычное. А это легендарное. Ну ладно. Назад. Все, больше не висит. А? Я просто подумал, что ты плохо себя чувствуешь, и сходить за тебя в магазин, если что-то надо. Вот они, он даже их останавливает туманом, чтоб не разбегались. Слезоточивым газом. Но на них не действует. Потому что они молодцы. И друг друга лечат. Такие молодцы. Ля-ля-ля. Побежали убивать. Нашего дорогого Галлиума. Разрушать его базу. Их никто сюда не звал. Никто. Так, это он разрушает там чего-то там. Пугало.
медиков, которые лечат друг друга. Все погибли.